90% мечей могут остаться без тепла и горячей воды. Это не летняя профилактика. К 1 мая задолженность муниципального предприятия «Омская тепловая компания» составила 257 миллионов рублей. За год она увеличилась более чем в два раза. С 5 июня поставщик «Газпром Межрегионгаз» прекращает поставки газа в котельные. Могут пострадать 23 тысячи абонентов и 1800 предприятий, включая социальные объекты, больницы, школы и детские сады. Долг тепловой компании перед поставщиком начал копиться с апреля 2016 года. Ранее между предприятиями уже заключалось мировое соглашение, но сроки выплат нарушали. Впрочем, городские власти уверены, что избежать процедуры банкротства удастся, как это в свое время было сделано с «Омскэлектро». В мэрии говорят, они предпринимают все необходимые меры по выходу из сложившейся ситуации и уверяют, что если бы тепловой компании вовремя платили потребители, таких проблем бы не было. На сегодняшний момент тепловая компания рассчитывается с долгами за газ своевременно, утвержденно графику, который был подписан представителями Межрегионгаза в том числе. И факт того, что тепловая компания свои обязательства выполняет, был подтвержден их представителем. Вот на недавнем штабе по функционированию систем городских Максим Смирнов сказал, что да, все в порядке, что никаких угроз для мечей нет. В данный момент ведутся переговоры о дальнейшей рассрочке платежей и о составлении графика на лето. Компания работает в обычном режиме.